читал у Крылова после всех его спектаклей, там было заведено, чтобы обязательно был дивертисмент. То есть после любой комедии там еще должны быть отдельно танцевать. Играли они как там, после оперы дивертисмент, после там, любой его пьесы, там, «Пирог» или «Уроч с дочком», опять дивертисмент. А я это сделал внутри спектакля, чтобы это было танцевальное. Он и работает с вами, и достигает какого-то определенного, очень хорошего результата. По поводу спектакля. Все очень хорошо, все очень живо. Я даже, честно говоря, иногда так смотрю, как же это вы сумели все это отрепетировать, все это сделать так слаженно, на такой махонькой сцене, не сталкиваетесь лбами. Просто молодцы ребята. Ну, я так понимаю, наверное, тут труда и времени было много. От того, что вы получаете удовольствие, получаем его и мы, и все зрители. Поэтому всем еще раз огромное спасибо. Просто это скорее больше сейчас Сережа должен говорить, потому что это его студия, родная, откуда он вообще. Он много говорил об этом. Спасибо вам еще раз большое. Я сначала пришел так настороженно, знаете, ну, все-таки театральная школа, есть какие-то уже, ты понимаешь, как что-то нужно делать правильно, что-то неправильно. И тут, вот знаете, я пришел в студию, это все, грань стирается. Я понимаю, что вот так, как вы сегодня играли, так мы не сыграем. Вот в театре, там, профессионально, да, в Петербурге, мы не сможем так сыграть. Вот этот задор, вот этот огонек в глазах. Вот это все, я не знаю, меня вернуло. Я когда? 11 лет назад учился? Не знаю, мне кажется, 2 года назад. Как будто это было 2 года назад. Я не знаю. Я вернулся, я не знаю, мне захотелось снова прийти в студию и начать все сначала. И быть вместе с вами в этом спектакле, потому что это безумно здорово. У вас горят глаза, блин, и это так классно. Вот. Спасибо. 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 Сергей Герус. Все на таком задоре, позитиве. Я понимаю, что сейчас происходят какие-то действия на сцене. Кто-то пытается помнить слова, кто-то... Вот танцы вот эти вот. Все очень здорово, весело. Захотелось тоже показаться на сцене, увидеть это все изнутри, пережить, сыграть тоже. Нога подняли, дрались. Вообще, ребята, очень круто. Просто здорово. На самом деле, я смотрел всего лишь маленькую часть. До этого первую часть только смотрел. А сегодня все вместе посмотрел. Спасибо! Работаем в театре, да! Мне в последнее время доводилось видеть не очень много спектаклей, но какое-то количество, да, и я, как правило, очень четко замечаю, что нравится людям или нет. И если ты понимаешь, что люди это делают как-то так, то сразу... Ну, что, даже если это гениальная пьеса, и что-то там какие-то находки режиссерские и так далее, вот, все равно ты понимаешь, нет, я в этом не хочу участвовать. И тут тоже, я присоединился бы с удовольствием. Понимаю, что мы, может быть, там в разных возрастных категориях, вот, но я бы там где-нибудь флажочком помахал бы.